Всем привет. А что за карта? А, ой, какой-то дом. Летающий корабль. А где будем сидеть? Слышу, здесь сложно пока. А что, сидеть надо где-то? А куда? Ну, можно бегать по карте, просто можно выбрать точку и там сидеть. Зачем? Что-то звучит крысово. Не, нормально. Еба, растение. Играть. Во, вот так мне нравится. Играть сукарем. Ра-та-та-та-та-та-та. Это улица. Это не вы. А, вот мой трек заебатый. Да тут что, много твоя песен мамочка? Крутых. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. По головам стреляйте, когда это замедление. Да-да-да-да, я пытаюсь. Время пострелять! Бля, сука, нет, только не блюй, пожалуйста, я тебя прошу, только не блюй. Прикройте, заряжаю! Я лично стреляю, пытаюсь стрелять по головам и никогда замедление. Я тоже. Ну вообще да. Она просто продлевает замедление. Да сука, жирное чмо, блядь! Извините. А чё, куда еще стрелять? Я же говорил, пацаны, давайте без бодишейма. Да мы тут из провинции своей. Я не пацан. Некультурные люди собрались. Да. А в чем проблема бодишейминга? Как же diversity? В смысле? Сижу я жирный, а ты кого-то жирным называешь. Ну а хуй ты жирный. Моё право. Я шучу. Моё право быть фэтшеймером. Да я ж тоже жирный, блядь. Я же угораю. А вы куда все ушли? А я херово знаю, куда все ушли. Колян, давай тут стоять, где стоим. Давай. А, нет, погоди. Открыто, идемте на цель. Сейчас нужно будет чинить корабль. Чинить корабль? Да. Вы чините, я убиваю. Чинить? Бачу чинит. Я что, механик, что ли? Я... А, вот, типа, надо бежать, да, сюда? Да, не ломай эту хуйню. Жопа. Вас убьют. А не как? Страшно? А-а-а. Может, вы убьете этого господина? Я пытаюсь, я тут этот один. Пауки ебаные! А паук шеймером можно быть? Можно быть кем угодно. Я просто ненавижу всех. Это удобно. Ой. Ай, куда кнопки жмакать? Тише, не добивайте последних. Надо дочинить корабль. Больше бабок сейчас заработаем. Бля, меня убили. Как? Что-то печально как-то. Ой, что это было? Что я сейчас увидела? Молодцом. Системы как новенькие. О, робот какие-то. Где? А чё, у тебя жизни мало? А, починили вроде. Починили. У меня всё заебись. Ну ладно. Я не шарю. У меня много денег. Я просто смотрю, синие полоски, у тебя нет, только зелёные. Брони нет. Поняла. О, ничего себе, рядом с кабиной. 300 рублей сверху. Надо выйти деньги в защиту. Кабины закончи, пора сражаться за свои жизни. Цып-цып-цып-цып, мутантики! О, нормально, пошло. Патроны лежат. Хорошая музыка у меня. Это вам не патроны, это вам гандоны. Ой, блядь, нихуя себе! Вот это ты и женщина, да. Напала на меня из ниоткуда. Ох ты ж. Сука, головы кончились. А я попала в голову. Быстрей! Вот шарпшутер, ой, для шарпшутера, сука, спецназовцы. Ой, нужны... я у тебя патроны спиздила. Да, так и делай. Спиздите у меня патроны. Сам у себя не могу пиздить. А они у тебя не кончаются? Это, кстати, обидно. А вот у вас, да, я что-нибудь тоже спиздил, да? Блядь. Ой, я что-то... А, нет. О, там бьют сзади, назад, посмотрите. Ой! Что-то пауков, ёбаная сумара. Сука, вот
вот этих, блядь, на этих, блядь, патроны тратить. Здесь стена. Успокойтесь. О, но флекс! Воу-воу-воу! Дядя. Тут 7 осталось. Где они? Дядя, кто меня бьет? Ой, спасибо. Сирена! Берегите уши! Вовремя, оно затесался. Так быстро. Дамы и господа, вы отлично. Я вырвался в лидеры по фрагам, друг очень странно для медика. Нихуя себе, псих. Всех вылечу. Рейки. Так, Влада. А? О, идет волна, защитить зону, защитить зону. Там, по-моему, надо воду сливать 3 раза. А, нет, зону защищать, это другое. Ну я вообще не помню, где что в зоне тогда надо... стоим. У меня что-то надо было есть. Чинить, что-то. Воду какую-то сливать. А за... закрыть. Открыть, в смысле. Уай! За что? Да подождите, дядя, дайте я дойду до зоны, а там уже поговорим. Да нет, ну. Здесь но флекс происходит. То есть флекс происходит, а нужно остановить этот флекс. Ну всё, ну, теперь поговорим, блядь. Бля, естественно, перезарядка, конечно. О, идет спрей первый. Где, где, где? Сейчас придет. Не агрите его, не агрите. Не понимаю, о чём вы. Я стреляю просто, всё, чтобы движется. Бензопильщик. Не, лучше с бензопильщика не стреляй. То есть вот брат там покинет, сейчас застанет и постреляет. Есть у кого становые гранаты? Нет. Блять, арица ебаная нахуй. Меня сейчас отпиздит хуям, блять, пока тут призывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да не блюй. Блять, пиздец, что происходит? Ой. Пиздец. Ай, хорошо. Вот он идет. Так, бля, все, ух ты, бля! Сдохни, бля. Все, готов. Как-то он на изи вышел. Ну, я в него в пол магазина влил. А, Сашка. А, смотри. Блять, на них патроны, а ашки тратят, конечно, пиздец. Бля, это мелочь. Как бы я все это время убивал с пистолетов почти. А что, зона кончилась? А, все. Безупречная работа. 250 рублей. Готовьтесь отбиваться от захватчиков. Блять, патроны не успел подобрать, ебаная сука. О, дай мне. Спасибо. Ну что, сейчас отсюда повалят. Понял. Я даже стрелять не успеваю. А, вот успеваю. Бань, куда ты мощный? Мощный! Пауки ебаные! Разъебал. Задевал! А, еба, нихуя, как ты увидел вообще? Я развернулся и посмотрел. Я только поворачиваюсь, и тут такая шняга. Давай ко мне, нахуй, по одному, блядь. Сука, ну дробовики на них тратить, конечно, пиздец. Ага. Сука, у меня тут пауки. Ебите их, а то мне патроны хватает на дробовика. Ой-ой-ой-ой, дядя. Слышь, а, блядь. О, пришел, блядь, этот гнида, нахуй. Бля, и ты орешь еще, блядь. О, Леха играет с нами тоже уже? Да, я здесь. О, нифига себе. Привет. Ну, проверил. Мобы стали жирнее. Чё ты? Ты когда успел? Ну, пизда уже всё. А-а-а, наблевали, блядь. Не отлетело, как так-то нахуй? Отлетело, всё. У тебя сзади паук пытался что-то сделать. Меня? Да. Блядь, сука, обливал, тварь. Ой, там какой-то мощный чувак идет. Мощный. Точно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Подготов. Все?
Не очень-то он мощный. Когда у тебя есть вот этот дробоган от этого, автоматический, он нормально так складывается. Но с него Шварценеггер стрелял. А Лёха так прям тихо вошел в кадр. Кому денег надо? Лёха тихо вошел. Я даже не заметил. Бабка закрыта, ребят. О, погнали на цель. Никто не чистил шахтные трубы. А где цель? Они очень грязные. Сейчас нас стрелочка поведет. А, да, ребята. Это последний. Сейчас он свою многозначительную речь произнесет. А еще всякой аэродвигацией заниматься. Бля, где я бегаю? Где все враги? А у вас уже есть враги? Стрелочка пошла. Да-да-да, и стрелочки враги. А что он? Это делает брррр. Есть еще такая страна, Уортленд. Холодно, хороший сыр, много фьордов. Озвучка как у этого моего любимого актера, этот лысый, который... Да. Это его голос? Не знаю, может быть. Я себе прикольно. Может, да, а может, нет. Может, пошел ты. Меня пиздит. Женщина, остановите танцевать. А, блядь. Откуда? Блядь, я всех врагов пропускаю, ёбаный врагов. Уже 40 врагов. Я стреляю вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Идите в пизду. Да ну нет. Надо на стрелочку, я хочу на стрелочку. А где стрелочка? Пропала. Или вот тут надо? О-о-о! Да бля! Поднимитесь на кормовую лестницу по левому борту. Или это по правому борту. Не помню. Так, следующий кусочек. И бучит. И да ладно, ну. Так, а чё, а где? Блядь, чё я хуйню страдал? Ай! Ай! Ты чё? Ну-ка, не надо. Извините, давайте. Вовремя при зарядке идёт ничего, блядь. Гомню с ноги. О-о-о. Похоже, проблема с проводкой на мостике. Поднимитесь и приступайте к работе. Ну, это, по-моему, его голос. Прям очень похож. Может быть. А никто не чинит, да, этот мод? А как в смысле, новая же открылась точка. А, все понял, иду чинить. А как его, карнаж? А, нет. А, ну если меня кто-нибудь прикроет, я буду чинить, да. Играл карнаж. Он играл карнаж, да. Молодцы! Починил. Вот так быстро падается. Блин, то быстро, да. Я еще дойти не успела. Со всех сил бежал, а не успел. О, еще одна. На нижнюю палубу левого борта. Не убивайте, надо починить. Черт, просто идите на одну из них, а бля, он уедет? Нет, судя, сука, заебал. Кто? Пиздец какой-то. Я, блин, самый последний. Я бегу за вами, не успеваю ничего. Патруль, нет, наконец-то. И через весь корабль. Все сейчас уже все. Вы хорошо все поработали. Наша малышка пойдет на полном ходу. А куда стрелять? Но осталось еще кое-что. По курсу перехода там движется нечто очень злое и жаждущее крови. Стой, иначе лечить не смогу. Бля, чё бежала? Теперь в обратную сторону бегу. Могла я вас и там подождать. Кабины закон, поторопитесь, дамы и господа. О, погнали на цель. Вы мне нужны в атриуме. О, да, вот это прикольно. Слить запасы воды в паровой котел. Если мы не переработаем воду из атриума, нам не хватит пара, чтобы добраться до... Надо три раза толчок слить. Почините большой рычаг, когда в резервуаре не будет мутантов. Да попади, ну хотя бы один раз, ёбаная ты тварь. Тяните рычаг! Разочек пошёл. Жми рычаг, Ронг! Всё, слив пошёл. Первый. Заряжаю! Ничего не понимаю. Ладно, буду просто стрелять. Кто этот таинственный снайпер? Ебать, люди орущие твари. Надо стоять на этой херне, да, по-моему? Надо стоять здесь, вот этой штуке. Ну, ой, да. Да успокойся, ты чё, блин? О, здесь идет тварь. Я ебанутая, блять, не подходите. Вот второй снайпер. Молодцы. Влада убил сзади. Да, тут еще тварь идет.
Подожди, не стреляй по нему по желтому, не стреляй, не стреляй, не стреляй. А вот теперь огонь. Бля, наблевали на меня. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, фу, неприятно. Блять, еще одного заобрали. Все, ёбнули, да? Умер. Или нет? Паук сзади, ладно. Иди. А, тут. У нас заобренный один. Босс качалки. Да блядь, почему перезарядка-то, блядь? Это норма. Сейчас, кажется, Влада, не помирай. Все, нет, молодец, не буду. Убил его. Фух, блядь. Ну. Замедленное лечение. Кайф. Вау. Эпичено. Готов. Тебе конец. Блядь, у меня всегда везде патроны, сука, кончились. Ой! Время сливать воду, дамы и господа! Блестящий! О, прикол, а кто эту воду так сейчас поделал? Отлично! О, все. Миссия закончена. По проливу воды можно добивать долбоеба. Все. Конец не за горами. Я даже не умерла. Вот так вот это сейчас происходит в Бахмуте. У тебя в крови. Тяжело далось учение? Или все получалось как бы само собой? Кто мне скидывает деньги? Хватит. А ты что, не надо? Не надо, я сама себе скидываю. Все, босс. Все убил, что ли? Да у меня... Вот теперь босс качалки. О, значит, самый легкий из всех. Ты что, пуч? Что делать надо? Не попадаться на блюдо. Убивать, убивать, убивать. Убивать, убивать, убивать. Где эта тварь? Она здесь. Да он подняться не смог, он же... Кто? Широкий. Босс! Жизнь широкий! Без фэншейминга! Да-да-да-да-да. Я же в бошку настреляла! Так, всё, он помер, смерть у него. Что-то не очень-то. Да, всё, я его убью, кстати. На по жопе, что ты тут свёркаешь? Ой, что, блядь, происходит, какой зеленый галюс? Это как-то у него медленно, жизнь не бавляет. Жир просто, смотри. Не жирный, а упитанный. А Friendly Fire есть? Нет. Бля. Плотный. Все. Так его. Я говорю, самый изящный босс, потому что он на помощь себе почти никого не зовет. Да, да, да. У меня самый сложный от этого, который там матриарх, который баба. Ой, а тут еще кого-то надо убивать? А, нет. Мастер медицины. Боевик, ладно, никуда красава. Ууу. Ничего себе. Господствующий, Коля. А я только боевик, да? Колян убил. Колян получил доминатора, потому что убил босса. Ну, последний выстрел его разделал, да. Повезло. У меня медицина, все остальное вон сад собак. Спасибо. Все насобирал. Всем пока.